Добрый день, вечер. Позаписываем покерные труды. Ну, блин, если около 100, не больше. Хрен его знает, что они будут делать. Это может и алым ударить. Хотя еще рано. Блин, вот вам и валет 2. Ни в цвет, ни в глаз. Чему-то время тянет, рано еще время тянуть. Еще играть и играть. Всех обманули. Да ладно вам. Так, ладно, посиди, хорош. А то так весь стек разбазарю на радость. Диалог сейчас в Дискорде прочитал. Кто-нибудь скажет, соло-игроки могут в месячной гонке участвовать? Могут участвовать. Однако в конце месяца награда начисляется только тем, кто состоит в компании. Просто офигенно, если мне не нужна компания. Вот елки-палки. Это баг сайта. Мы сами против того, но исправление данной ошибки пока не предвидится. Блин, думал на изи в топ прорвусь. А тут...
какой-то Вася бедный хотел порвать всех месячные гонки. Блин. Да ладно, кто ставил? Что не будет? Ты ставил, нифига ты ставил. Воу, все, я испугался. Я не трус, но я боюсь. Ё-моё, вот это я увернулся. Сейчас бы где я был. А так. Вот. Ух ты, блин, жалко. А, там Full House. Нет, не жалко. Game Over. Открытая группа для любителей компьютерных игр. Что-то какое-то удручающее название группы. Ну, обычно, когда проигрываешь, там такая надпись вылазит в играх. Ну, у меня первая ассоциация именно с проигрышем. Это я сейчас знаю, что есть бесконечные игры. Типа фермы. Типа ЕТС-ки. Там не бывает гейм-оверов. Почему в Марио, если тебя убьют? Там тебе как раз вот гейм-оверы напишут. А я не знаю, не помню. Как давно было? Слава тогда вообще не было. Нет, блин. Так, я ничего не помню. Главное, меня там бошку катит. Да я просто вспоминаю, когда я в Марио играл последний раз.
На Nintendo Switch вышло это Марио. Тоже как бы. На Switch. Сколько? Ага. Она там что, за тебя сама играет? По сути. Я надеюсь, за 4-то тысячи. Или это с приставкой вместе? Не. Охренеть. Нет, я понимаю, что ты еще сказал на этом. На Соньку вашу. У вас там дорогие игрушки. Да там это же. Нет, вот этот, Станислав прессовал. Все, говорит, надо FIFA 19 убрать. 4 тысячи это было. Ну, че, кого еще раз мы? World of War. Ну. Я не хочу с ним делать. Охрен его знаю. Если полазил, она типа быстро, что он тогда на консоль нет. Ну, давай, Family Pot. Вот. Стоит, а... Ой, я выиграл. Раздачу. Origin, знаешь, есть это? Ну да. Что-то я ничего не понимаю, как это. Остановка, это что расскажешь, куда убежишь. А я вообще Origin не люблю пользоваться. Виталий, у меня есть, я могу зайти посмотреть, что там. Там, по-моему, тоже указываешь пути один раз в настройках. Это я потом убежишь. Хорошо. Я просто когда это на FIFA покушался на 18-е. Когда туда добавили наши стадионы. А, вот я что вспомнил. Про 19-ю там ничего говорит. Там добавят наконец-то украинскую премьер-лигу. Обалдеть, это нам так надо. Ну это интересно, почему нет? И что-то еще он мне там называл. Ну, что-то такое мясное, что-то про Спартак. Я типа сделал вид, что я не заметил. Где он есть? Команды из РПЛ и УПЛ будут в FIFA 19. Ну, это понятно. А что-то непонятно. А, ну по сути только из-за этого. Ну, так они и раньше там были. А, тут вообще видос какой-то прилагается. Сейчас мы на видосе посмотрим. Не знаю, я фифу замечаю, что это крова не имеет. Составы. А, ну... Нет, левый, правый и все. Чё-чё, левый, правый? Команда только отвечает. А, так да. Правый. Ну понятно. Хотя нет, за это, только чем-то спорили, я шарю. Люблю за мной играть. Ага, ну вот видишь. Ты чё, это... У меня друзья есть, братаны, умники. Ну они, у них фамилия умновая. Так они там вообще... Он выпускает, блин, состав, он на каждого нажмет, посмотрит его тактику, что он должен делать. А в итоге 5 минут и гол. И полетели джойстики в разнос. А потом, ты знаешь, они от FIFA к FIFA больше, знаешь, на что акцентируются? Ну, этот, как он называется, фуд, вот эти фиговины. Не знаю. Где ты карточки покупаешь? А, я помню. Я просто не помню, как правильно называется.
А, ну и сюжетку, наверное, будут продлевать. Ну, которая дальше. Там же есть этот, как его? Чувачок-то, как его зовут? Ну, ты понял. Бери-бери. Я не понимаю, что значит, что будет РПЛ, УПЛ. РПЛ раньше была. Украина, я не помню, а вот РПЛ. Российская премьер-лига. Козёл. Почему знаю, что РФПЛ всегда там были? Потому что я сам с ЦСКА всегда играю. Блин, не нужна пятерка. Не моя пятерка. Похоже, его не будет. Не. А мне пятерка не нужна. И так все обошлось. Не, фифу не качал, в чем смысл качать? Хотя я помню первый геймпад, под нее подбирал. У меня даже 14 где-то есть. Фифа? Да. На компьютер. Но они ее играют, забавно ее продают. По сути, продают ключ в коробке и на диске дистрибутив Ориджина. Позабавило. Thank you.
Та-да! На финальный стол попал. Стол? Стол. Финальный стол. Кто выше зависит? Еще раз. Кто выше зависит? Не, не так категорично. Это в покере, Слава, есть финальные столы. Теперь осталось попасть в деньги. Потому что финальный стол 9 человек, а денег всего 6. Помнишь, я говорил, был первый из 32, к финальному столу стал 7 из 9. То есть, Blind и Анте почистили мой стек. Надо в Дискорде добавить ролей. Я не помню, как это делается. Удалить сервер. О, прикольно. Вот, надо службу безопасности изменить роль. У нас все равно такой нету. Написать друг компании. А то тут один приходил, товарищ. Почему это я у вас в Дискорде? Гость.
Вот тут, оказывается, пользовательский цвет можно поставить. А, просто палитра. И выбираешь. А, вот такой поставим. Блин, они меня волын зовут, а мне неохота. Я лучше посижу. Ну, теперь, пожалуй, рискну. К10, К4. И... Ничья, блин, дележ. Черт. У всех стрит. А я уж приготовился запись отрубать. Ты тут что за роль, я не понял. Уж я един родил. Места нет для других систем. Когда давно огромных звезд не боится коснуться мозг. Манит нас по нему пройти и растаять в конце пути. Добро пожаловать за край. Холодный, скучный день, я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать на край, последний западни. Я научу с тобой играть, лишь руку протяни. Когда замыслы у небес открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край. Холодный, скучный мир, я научу тебя играть. О, кстати, не стоит. Добро пожаловать на край. Последний западни, я научу тебя. Добро пожаловать.
Ура, я попал в деньги. Ура, ты выиграл. Ничего. Пока еще неизвестно, чего. Ну, нет, ну, минимум я выиграл. Это я тебе сейчас скажу. Полцента. Нет, не полцента. 30 центов. 30 центов? Да. Обалдеть. Это минимум. А дальше в зависимости от того, насколько далеко просижу. Посиди. Да, блин, тут сложно. Мне сейчас 1000 забрали просто так. И осталось 1300 фишек. Вот уже пятый. О, сейчас бомбанем. Вот уже доллар 20. Минус 50. Это, ну... Тихо. Нет, еще посижу. Даже еще не пятый. Все. Нет. Так, тихо. Только без бубней. Yes. Нет, не все. Еще поиграю чуть-чуть. Сдам
сейчас там чекать. Ух ты, я уже получил $2, я уже стал четвертым. Блин, и отдал им. Да, все. Всем спасибо. Или не все, подожди, дерешь. Я еще поиграю. Ладно, давай. Рискнем. Блин, ну куда? О, еще и фулл хаус. Ну все, кажись, четвертый. Всем спасибо. Всем пока.